общем, всем здравствуйте. Сегодня будет небольшая распаковка, так как мы копаемся в основном на мусорках, то я решил взять другую катушку, снайперку, так называемую. Их есть три вида. Я картинки вставлю, не знаю, с сайта там, ну, напишу, с чего сайта, всем известные сайты. Существует, значит, круглая, овальная и овальная побольше. Я заказал среднюю овальную, что не знаю. Попробуем, как она работает. Заказал ее к квесту, потому что, мне кажется, глубину-то здесь как-то большой катушкой не улучшить. Я думаю, что особо ничего не даст. А вот маленькой катушкой, я думаю, что что-нибудь будет. Катушка. Вот написано, есть три вида: 5 дюймов, 3,6 на 4,5, 5 на 8. Я взял вот такую. 3,6 на 4,5. Прошу прощения за звук. Ладно, сейчас закончит, продолжим. В общем, посмотрим, что там за комплектация. Реклама, магазин. Ну, сама катушечка, в общем-то, вот такая малюсенькая. Длина провода сейчас посмотрим. Не слишком ли короткая? Серийный номер. Magic. Это защита. Соответственно, стоит уже. Не будем ее снимать. Что тут? Гарантийный талон. Дата 21 августа. В принципе, все нормально. Я думаю, что еще наклейка. Ладно, сейчас поставлю. Посмотрю, как она встанет. Длина кабеля, как мы видим, даже чуть длиннее штатной. Не знаю, сантиметров сколько, на 10. Сейчас я откручу и попробую сюда ее поставить. Совсем малюсенькая. Посмотрим. Винтик, конечно, тоньше штатный. Не знаю, не будет болтаться. Я думаю, что не должна. Ладно. Примеряем. Ну все. Зашла идеально. Конечно, блин, длинноват винт. Ладно. Сейчас посмотрим. Ну, в общем-то, вот так выглядит прибор в сборе. Не знаю, как игрушечный, кажется. Сейчас попробуем. Не знаю, не читал я, надо ли что-то в настройках менять. Ну, ладно, сейчас попробуем где-нибудь походить. Разделение целей. Конечно, есть фонтанный сигнал. Ладно.